Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Буква «Б» в этом имени означает сильный пробивной характер, стремление во всем добиваться успехов. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Иногда владельцы этого имени склонны к самообману, выдавая часто желаемое за действительное. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Покровительство того или иного человека дает и обратную сторону медали, где переданный опыт может пойти против владельца этого имени. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Буква «Л» в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность, у них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Как правило, носители этого имени избегают общества людей, сомнительных мест или ситуаций, отдавая предпочтение вещам тонким, духовным и рафинированным. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Предупреждение владельцу с буквы «Л» – не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.